Прием предложений по благоустройству в рамках проекта «Городская среда» завершен. За две недели в одноименную ветку форума на сайте администрации поступило около полусотни инициатив. С пятницы к их рассмотрению приступит общественная комиссия под руководством главы администрации города Марины Тресковой. Организаторы проекта «Городская среда» надеялись на такую активность со стороны горожан. Очень отрадно, что лабытнанцы заинтересованы в том, чтобы их двор, улица и родной город стали комфортнее и уютнее, говорит глава Марина Трескова. За две недели было собрано вот действительно полсотни предложений. Мне, конечно, безусловно, приятно, что ряд этих предложений перекликаются с теми планами, с тем видением развития города, которое и мы тоже себе представляем. Показывая на карту города, Марина Трескова отмечает районы перспективной застройки и те объекты, которые ввели в эксплуатацию в прошлом году. Среди них детский сад «Ромашка» на 400 мест, многоквартирные дома в капитальном исполнении и сквер в честь геофизика Владимира Цыбенко. В этом году на благоустройство городов Салехард и Лабытнанги было выделено более 400 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке, а также предложениям горожан, на карте семилиственниц символичных отметок в 2017 году должно стать гораздо больше. Меняется время, меняется жизнь, меняются жизненные принципы и ориентиры. И вот этот мозговой штурм для лабытнанцев, который длился у нас две недели, и который у нас был представлен в реестре предложений на 48 пунктов, это как раз-таки те предложения, которые сформируют не только завтрашний день, но и послезавтрашний день. Останавливаться на этом не нужно. У нас с вами очень большие планы. Мы должны за свою жизнь успеть максимум сделать полезного. Поэтому вот начнем с этого, а там будем смотреть. Уже завтра состоится первое заседание специально созданной комиссии, где подробно будут рассмотрены все предложения от горожан. И впоследствии, после ряда общественных обсуждений, сформируется план благоустройства муниципалитета на этот и последующие годы.